боги. Четвертая серия. Под натиском армии Его Величества Цзиджоу будет стерт в порошок. Что, тиран? Что его приспешники? Зло? Вам не стыдно? Ты предатель. Прекрати нести ерунду. Нападай. Я убью тебя быстро. Матушка. Я пойду. Пойду во дворец. Дади, мама, нам не победить. Невинные гибнут из-за меня. Если я выживу, мне не будет покоя. Я не смогу делать вид, что ничего не случилось. Мама, я лучше отправлюсь во дворец, чем буду так жить. Отпусти меня. Дадзи, твоего отца объявили предателем. Едва ты перешагнешь порог дворца, тебя будут оскорблять за то, что ты его дочь. Нет, нет. Я не боюсь. Жизнь во дворце... намного хуже смерти. Она подобна жизни с ножом в сердце. Ты не почувствуешь ни боли, ни страданий. Я справлюсь. Император наверняка убьет тебя. Мне все равно. А что, если я умру? Тебе тоже все равно, мама? Еще раз заговоришь о дворце, и я воткну эту шпильку себе в горло. Еще хоть слово, и я выколю себе глаза. Хоть одно слово. Я воткну ее прямо себе в сердце. Мама, все еще хочешь во дворец? Oh!
Янцзянь. Янцзянь, ты чего тут разлегся? Опять ты? Это судьба. Не говори так, поднимайся. Меня отравили. Отравили? Что случилось? Не будем об этом. Помоги мне подняться. Давай. Брат, поешь немного. Это придаст тебе сил. Скорее, помоги мне добраться до Цзичжоу. Янцзянь, прошу, успокойся. Ты ранен. Куда ты собрался? Янцзянь, да кто же тебя отравил-то? Если не хочешь говорить, спрашивать не стану. Ладно. Послушай, тебе нужно поесть, потом отправимся в Цзичжоу, хорошо? Нет, нет. Не хочу туда. Не хочешь? Только что ты говорил иначе. В чем дело? Я и сам не знаю, что же мне делать. Ты на распутье. У тебя есть причины хотеть ехать и не хотеть. Раньше ты был так заносчив. Я спас твою семью, и ты меня поблагодарил. А теперь ты даже не хочешь их видеть? Быть может, они от тебя отказались? Янцзянь, знаешь что? Самое сложное в этом мире – это отказаться от родных. Имеешь в виду, если они от меня отказались, я этого сделать не смогу? Так? Да. Ты такой же, как и я. Я уже давно понял, что ты что-то скрываешь. Неудивительно, что ты стал скитальцем. Как ты меня назвал? Парень, ты должен называть меня старшим братом. Старшим братом? Конечно. Мы же договорились, что если встретимся снова, я буду тебе старшим братом. Сразимся и проверим. Да перестань. Ты же ранен. Куда тебе сражаться? Младший брат. Господин! 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 Что смешного? Ваше высочество, а знаете ли вы, как зовут генерала, которого мы выставили на бой? Нет. Генерал Суху – один из самых достойных генералов Цзичжоу. А мы же отправили безымянного генерала, коих в нашей армии десятки. Разве это не смешно? Убить его! Стойте! Суху, сдавайся. Сдаться? Шутите? Я убил вашего главнокомандующего. Не вам мне указывать. Это был слабейший из генералов. Суху, не обманывай себя. Разве ты можешь смотреть, как гибнут твои люди? Если отправишь свою дочь во дворец. Ублюдок! Ублюдок! Твоя дочь принесет мир Цзичжоу, Суху. Подумай об этом. Не вынуждай меня.
Это невозможно! Не слушайте его! Пока мы живы, вы не получите нашу госпожу и не уничтожите Дзи-Джоу! Тогда я ничем не могу вам помочь. Не пожалейте об этом. Защищайте господина! Мама... Ты. Матушка, отпусти! Мама, не надо! Пусти меня! Умоляю, не надо! Дади, я молю тебя! Не ходи! Я тебя умоляю! Мама! Столько людей погибнет! Они же невиновны, но все равно умрут. Умрут матери, дети, чьи-то братья. Погибнут целые семьи. Почему они должны умереть? Отпусти меня. Дади. Дади. Бедное мое дитя! Почему ты так упряма? Мама, я неблагодарная дочь. Господин, господин! Возвращайтесь, мы разберемся с ними. Нет! Нет, 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 нет! В бой! В бой! Сражайтесь с ними! В бой! Бейтесь до конца! Господин! Господин! Нет, вы не должны драться! Князя Дзи-Джоу, Су Дади, желает отправиться во дворец. Скорее сообщите об этом и прекратите битву. Дадзи, думаешь, я... выступил против императора Шан только ради тебя? Отец, это не важно. Невиновные не должны умирать. Дело в справедливости. Даже если бы мы умерли, мы бы не сдались. Отец, неужели ты не знаешь, что наш отряд не сравнится с армией Его Величества? Ты готов пожертвовать ими ни за что? В их смертях нет справедливости. Отправь меня во дворец. Спаси Дзи-Джоу. И его жителей. Дочка,
Ты правда этого хочешь? Я все решила. Сделай это. Остановить нападение и забрать Дадзи во дворец. Отступаем! Ваше Высочество, вы забыли, что Его Величество приказали всех перебить. Ерунда! Мы наказали Суху и заберем его любимую дочь. Дадзи согласилась, зачем вырезать весь город? Ваше Высочество, это не ерунда. Его Величество сказали. Суху амбициозен, меня это беспокоит. Я лишу его самого дорогого, и его владений в том числе. Ваше Высочество, вы ослушались приказа из-за жалости. Министр Фэй, тебе лучше следить за словами. Я отношусь к тебе с уважением. Но не забывай, что я твой принц. Разве я посмел бы, Ваше Высочество? Но, Ваше Высочество, и вы не забывайте о приказе императора. Уверен, это ты все затеял. Ты преследуешь личные цели. Я не понимаю, о чем это вы, Ваше Высочество? Битва окончена. Но ты настаиваешь на их смертях. Разве это не странно? Ваше Высочество, я всего лишь муравей в сравнении с дворцом правителя. Можете убить меня в любую минуту, но Его Величеству приказали вырезать Ти-Джоу. И я исполню этот приказ. Воины, слушать мой приказ. Всем оставаться здесь, когда Дадзи выйдет. Небольшой отряд сопроводит ее в Джауге. Вечером мы сожжем город и убьем всех жителей. Есть. Прости меня. У меня нет другого выбора. Мама, не плачь, я в порядке. Пока мои родители и Дзи-Джоу в порядке, я буду счастлива. Дочка, войдя во дворец, будь предельно осторожна. Никогда не упоминай о Дзи-Джоу. Я знаю. Если сможешь, не забывай писать нам. Я буду писать. Уже принял решение. Да, я все решил. Хорошо.
Госпожа! Госпожа, можете назвать меня по имени? Лер, а можете повторить его еще раз? Лер, мне пора. Обещаю тебе, я вернусь. Я снова назову тебя по имени. Лер. Госпожа! Госпожа! Где мой отец? Госпожа сказала, что ей больно с вами прощаться. Ни она, ни господин не вынесут прощания с вами. Поэтому, госпожа, не ждите их. Хорошо. Господин приказал мне передать вам этот ларец. Прошу, возьмите и передайте его правителю. Это залог вашей безопасности. Император простит вам любой проступок. Запомните, он должен лично открыть ларец. Вам его открывать не велено. Что с отцом? Он сильно ранен и сейчас отдыхает. Госпожа, вам пора ехать. Госпожа, садитесь в повозку. В путь! Поехали. Ждите здесь. Есть. Ты невероятен. Выжил после отравления. Ты ничего не ел, но быстро поправился. Это невероятно. Похоже, мне помогают боги. Что ты решил? Вернешься с Диджоу? Что до этого? Быть может, мне тоже стать скитальцем? Пошли. Ha ha ha!
Что это за армия? Императорская. Откуда? Ты это знаешь? На своем пути мне часто доводилось их встречать. Их вид вызывает во мне ненависть. Дзиджоу, беда! Янцзянь! Где Янцзянь? Где он? Просто убей. Жить надоело. Если скажешь, где он, возможно, я тебя даже отпущу. Как же ты глуп. Разве есть в этом мире мать, что предаст собственного сына, чтобы спастись самой? Но ты не его мать. Можешь не переживать за Дадзи. Сухо глупец, но я-то нет. Ты правда думала, что Дадзи доберется до дворца? Если передашь нам Янцзяня, обещаю, что с ней ничего не случится. Я так виновата перед своими детьми. Разве могу я снова подвергнуть их опасности? И позволить им терпеть твои издевательства? Если хочешь умереть, есть только один способ. Даже умерев, я увижу, как ты за это заплатишь. Ты коварный человек. Я хочу увидеть, как твои злодеяния приведут тебя к смерти! Ведьма! Янцзянь! Дадзи! Отец, мама! 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 Мама, я опоздал! Дзяньер, разве я не просила тебя не возвращаться? Где отец? Где моя сестра? Император Шан так глуп и жесток, что для того, чтобы заполучить Дадзи, он приказал своей армии напасть на Дзиджоу. Дадзи сама поехала во дворец, чтобы спасти жителей города. Мама, где? Где отец? Дзяньер, никогда больше не возвращайся. Забудь. 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 Мама.
Это аура черного небесного ока. Как только небесное око Янцзяня пробудится, три царства будут обречены на гибель. Повелитель, позвольте мне убить демона. Спустись в царство смертных. Повелитель, простите меня, только прошу, не выгоняйте. Я много тренировался и очень устал. Мне очень стыдно. Не выгоняйте нерадивого послушника. Повелитель, я не хочу вниз. К тому же... Три дня назад, пока вы медитировали, я съел пирог без вашего разрешения. Я осознал свою ошибку, но я был так голоден. Опять дней назад, когда я собирал на горе хворост, я улыбнулся одному духу из дворца Даньби. Я знаю, что это запрещено, но она была так красива. Я не смог устоять и улыбнулся ей. И не один раз. Прошу вас, простите меня за это. Нет, простите меня за оба раза. Не прогоняйте нерадивого послушника и не отправляйте меня вниз. Возьми этот меч и подними голову. Бери меч. Я не смею поднять головы, пока вы меня не простите. Зия, я знал обо всех твоих проступках. За такие мелкие нарушения я не стану ни наказывать, ни поощрять тебя. Бери меч. Вынес ножен. Черное небесное око пробуждается. Что? Черное небесное око? Это же ужасно. Повелитель хочет, чтобы я убил то дитя? То дитя? Он уже не дитя. И он получеловек. Нужно от него избавиться. Приказываю тебе взять этот меч и отправиться в царство смертных, чтобы убить носителя небесного ока. От этого зависит безопасность трех царств. Повелитель, а почему вы доверяете это именно мне? Я же постоянно ошибаюсь и ни на что не годен. Повелитель! 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 Я не могу этого сделать. Соученики мои, я же совершенно ни на что не гожусь. Старший соученик. Старший соученик. Старший соученик. Я правда не могу выполнить это поручение. Любой здесь куда достойнее меня. Старший соученик, помоги мне отговорить повелителя. За 49 лет я не совершил ничего выдающегося. Кроме заваривания чая и сбора хвороста, я больше ничего не умею. Ерунда! А как же это заклинание? Старший соученик, я выучил лишь несколько заклинаний. Но мне не сравниться с моими братьями. Нет, нет, я не справлюсь. Дай сюда меч. Да, старший соученик.
Что такое? Ты не можешь его вынуть? Я же только что это сделал. Вот, смотри. Брат, попробуй еще раз. Не усердствуй, просто слегка потяни и готово. Раз уж повелитель доверил тебе такое важное задание, не смей его провалить. Старший соученик! Старший соученик! Стоять! Музыка? Откуда в горах музыка? Неужели это кто-то из ее родни? Берегитесь, берегитесь! Что там происходит? Кто играет на тине? Дадзи. Брат! Где же ты был, брат? Думала, что никогда тебя не увижу. Ты и правда отправляешься во дворец? Почему ты это делаешь? Вернись со мной. Тебе не нужно туда ехать. Это мой выбор. Не переживай. Что? Почему? Я дочь князя Цзичжоу. И император Шан возжелал меня. Только так я смогу спасти жителей Цзичжоу. А если бы ты была не княжной, а обычной девушкой, как бы ты поступила? Что бы ты выбрала? Предпочла бы императора? Скажи мне правду. Будто ты не знаешь ответ. Дадзи. Я буду ждать тебя здесь. Ждать, когда моя любимая снова пройдет здесь. Надеюсь, ты услышишь мои слова. Я буду ждать тебя здесь. А где та бабочка? Разве ты не говорил, что всегда будешь носить ее при себе? Какая бабочка? Ты не Янцзянь.
谁年华流转，诀别生死，乱世黄云烟，分界是爱或恨，是蝶是痴，浪迹再相遇。真心放逐天涯，覆水难收，你我各殊途，怎知天日永隔，却回来是路。执着一心，交换横荒，人间一刻，永生不忘。天眼看破繁华荒芜，谁相随？笑过才懂哭，只愿伴着你挣扎在无常的摆布。Time.